Всем привет! С вами компания Fusion Technologies и я Александр, технолог производства. Сегодня мы сделаем небольшой обзор по одной из новинок. Вот такой вот камень. Текстура MA722-2. Выглядит она вот так. На белой базе смотрится она вот так, под глянцевым лаком. И поскольку у нас на нее уже появился заказ, по желанию заказчика мы дополнительно под цвет салона обыграем коричневым кэнди. Температура воды 27-28 градусов, выдержка на воде 2 минуты. Здесь по настройкам на активатор, то стандарт давления 1, 2-2,5 оборота, в нашем случае 2. 2 минуты прошло, наносим активатор. Эластичное оно становится практически сразу. После теста пленки переходим к заказу. Все вогнутости на этой детали мы, конечно же, затонируем, ну и плюс обыграем оттенком кэнди. Итак, детали наши промыты и высушены, и сейчас наша задача с помощью аэрографа притонировать наши торцы и вогнутости, поскольку с заказчиком было заранее согласовано, что эта часть у нас будет темной. Итак, с помощью аэрографа мы притонировали все наши торцы и вогнутые части. И сейчас нам осталось нанести для нужного эффекта кэнди темный орех, чтобы придать более интересный оттенок. Thank you.
Итак, после того, как мы нанесли кэнди, мы покрыли глянцевым лаком наши детали. И получился вот такой эффект под салон заказчика с таким интересным оттенком. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите нам в комментарии. С вами была компания Fusion Technologies. Всем пока. Если при работе с данной текстурой у вас получилось так, что активатор нанесли с избытком и пропала насыщенность рисунка, всю деталь можно не переделывать, но небольшой лайфхак. Если нанести один слой биндера, вы сможете вернуть сочность этому рисунку. Вот такой вот результат получается после нанесения одного слоя биндера. Рисунок стал сочнее, прорисовку мы не потеряли.